Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Оля, добро пожаловать на мой канал. В этом видео я хочу поделиться с вами своим способом обтяжки бархатом сердечек и сделаем с вами красивые новогодние елочные украшения, которые будут великолепно смотреться на елке или будут удивительным подарком, который не оставит никого равнодушным. Итак, давайте приступать. У меня обычная заготовка сердечко, пластиковое, размер 8 сантиметров. Заказываю сердечки я эти в интернете. Шаблон я уже подготовила заранее, просто обвела вокруг сердечко и вырезала на бумаге. Бархат я использую стрейч, он хорошо тянется и за счет этого удобно с ним работать и хорошо обтягивать любую заготовку, будь то сердечко, будь то шарик. Складываю пополам, чтобы сразу получилось у меня две заготовки. Затем обвожу шаблон и вырезаю. Две заготовочки готовы, и теперь нам нужно их сшить. Сшиваю я тонкой иголкой и тонкой ниткой для того, чтобы у нас получился тоненький аккуратный шов. И начинаю я сшивать снизу. Дошла до середины, то есть одну сторонку я сшила, и затем я начинаю сшивать, опять начинаю снизу, начинаю сшивать вторую половинку, вторую сторону. И оставляю небольшой промежуток, чехольчик наш готов, выворачиваю и надеваю чехольчик на сердечко. Будет немножко плотненько, будет казаться, как будто бы чехол маловат, но не пугайтесь, так должно быть. И теперь сшиваю наш оставшийся промежуток. Натягиваю бархат и сшиваю. Затем то место, которое возле колпачка у нас остается, его нужно особенно тщательно зашить, чтобы нигде не было у нас никаких спорочек, никаких складочек. Немножечко оттягиваю бархат назад и сшиваю все вокруг колпачка. После чего надеваю сам колпачок и делаю петельку для того, чтобы можно было повесить на елочку наше сердечко. Вот такая заготовка у нас уже получается. Обтянута бархатом очень хорошо. Швы очень тоненькие, ровненькие, аккуратные. И теперь приступаем к декору. Первое, с чего я хочу начать, это нам нужно запрятать наши швы. Прячу швы я стразовой цепью. Также можно использовать какие-то полубусины, можно использовать кружево. В общем, все то, чем вам захочется, что пожелает ваша душа и как разгуляется ваша фантазия. Стразовую цепь я приклеиваю на клей Е7000, также клей такой бывает Б6000, Е6000, его можно заказать на AliExpress, можно купить в магазинах фурнитуры. Этот клей идеальный для цепей, для страз, для камней, и он очень удобен тем, что при использовании у него очень тоненький носик. Какие-то маленькие небольшие детали очень удобно им клеить. Задекорировали, запрятали швы, и теперь приступаем к самому интересному, это к декору. Я хочу задекорировать лепниной. Как делать лепнину, я показывала в прошлом видео, ссылочку я оставлю в описании, переходите, смотрите, там очень много важной полезной информации.
И теперь я хочу покрасить свою лепнину. Крашу я обычной краской из баллончика, буду красить золотым цветом. Крашу на балконе, потому что краска довольно едкая, запах имеет. Крашу я на клеенке, как видите, она у меня уже видавшая виды. Крашу я обязательно на два раза, прохожу как следует, особенно боковинки, чтобы ничего у нас не осталось не прокрашенным. Краска сохнет довольно быстро. После просыхания, кстати, крашу я обязательно в два слоя. После высыхания я приклеиваю на горячий клей, располагаю посередине свою заготовку лепнины и приклеиваю. После этого приклеиваю к колпачку бантик в цвет бархата. И хочу узелок запрятать, чтобы его не было видно, брошкой. Брошка у меня в золоте, а камушек тоже в цвет бархата, то есть основной цвет. И на этом готово. Красивое сердечко получается. Правда, не очень безумно красиво смотрится на елке. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. До скорых встреч, до свидания!